Жарку находимся в церкви. Это православная церковь, церковь, но она македонская, бывшая Югославия. Разделились, как хочешь. И вот что мне понравилось именно, что вот православная церковь, но здесь, так же как в католической, люди сидят, когда слушают. Они стоят, как вот у нас в России, в Сербии, кстати, тоже люди стоят. Вот хорошая ведь идея сидеть. Люди спокойненько сидят, расслабленно слушают, внимают. Они мучаются стоя, детки не плачут. Небольшая такая церковь, но красивая очень. Святой Петр и Павел. Павел. Самое интересное, вот зашли мы сюда, здесь вообще никого. Сами купили себе свечки, деньги оставили. А сами ходим вдвоем, мы здесь совсем вдвоем. Никого нет. Вот это место, видимо, для хора, потому что я вижу там микрофон. Может быть, здесь хор во время службы может. Да, скорее всего. Это вот сам холл на входе. Вот здесь вот мы сами расплатились. Сами себя обслужили, пошли дальше. Еще второй этаж. Мы туда уже не пошли. Свечи ставятся в песочке. Вот побольше стол. Это для заздравия. Жарко поставили. Это наши свечки стоят. Больше других нет. Это за упокой. Иконы отличаются немножко от нас. Лик рисуется немного другое. Ну вот, посетили мы сегодня вот эту церковь. Мы не сразу сообразили, чья это церковь. Понятно, что православная. Вот чья православная? Греческая, русская, украинская, сербская, казалось. Православная.